Всем привет! Вот он, 31 декабря настал. Мы сейчас уже вообще почти все собрали. Уже Паша почти все в машину спускал. Идем, Артема. Вот такие мы красивые, блестящие девчульки. Повернись на свет, чтобы... Ой, как-то елку сразу медленно... Мама освободила место до... Место... А, да, освободила место. Вдруг Дед Мороз сюда подарки принесет. Они в деревню. А то у нас это... Снегокат с собой потащим. Сейчас мы уже все, мы ждем Артема, чтобы он забрал стол, и мы выдвигаемся в деревню. Время уже доходит 8 часов, и мы все никак не можем выехать из-за некоторых людей, а вот несобранных. Ладно, я на работе была, с работы. Так и то я уже давно собрана и готова ехать уже час как. Ой, ладно, мы сейчас смотрели поздравления Деда Мороза. Даки мы оставляем сегодня дома. Надеемся, что тут у нас во дворе салютов не будет, и они с кошкой, ну, не будут бояться, не напугаются, что все будет хорошо. Так что вот так едем готовить стол, накрывать. Как еще не... Так, в общем, половину того, что хотели, мы не сделали. Мы сейчас садиться за стол будем. Сейчас еще у нас рыбка на гриле приготовится. Тася! Подарочки тоже уже готовы под елочкой. Эй! Гирлянда у нас перегорела, ну ладно. Все, музыка готова для дискотеки. Светомузыка тоже готова. Встречаем Новый год. Ну ладно, Лин, давай ты будешь первой. Что ты мне исполнишь? Песенку споешь, стишок или расскажешь? Может быть, танец там станцуешь? А я... Что? Я не знаю, как ты будешь подарок и нам сделать. Ну ты сюда не ходи, ты вот туда ходи. Ну давай. Ну? Я вот. Ну давай, садись, я что рассказывала про строчки. А это на коленях. Я партизана. Меня никто не видит. Ну давай, мы тебя слушаем. Да, сильно морозно. Раз примерно. Машенька, на пульте управления.
Это мое. Давай. И меня. Здравствуй, Дедушка Мороз, борода из ваты. Ты подарки нам принес? Ну, нет, детишки не принес, денег не хватило. Ну а нахрен ты пришел, проходил бы мимо. Кто летел раньше детства? Давай, пойдешь, все. Нет, это тебе. Что у нас тоже ребенок. Я вот посмотрел, не пол-литра. Держи, это раз. Да, нажимай, смотри. Да мне достаточно вот одно и три, все. Это ваши истины. Что у нас такое есть только за 20-й год? А теперь ключи от автомобиля. И тебе. На 27! Надо было стоять. Эти нам достать. Оп! Сразу оба. Нет, мы сначала один. Сразу оба зажжем. Не надо было. Неинтересно будет. Сразу, потому что они как раз вот дополняют друг друга. Только их надо как-то так поставить, чтобы они... Зачем ты делаешь? Ну ты как их. Укладывай сюда. И я нафиг вам что делаю. Все просто перевернется. А кому еще? Кому там? Мне, наверное? Вот по-любому большая для Полины, наверное, маленькая для Алины. Да. Подождите, подождите. Я ищу что-то. Ну, это все, батарейки залетели. И главное, Настя пошла спалить. Так, она думает, что там вот это вот пух. Там блюкуп суетит. Прикинь, айфон 11. Это картина по ногам. Да ладно. Картина Репина приплыли? Банкрой. А, это картина. А кто там? Майо. Ты не дашь камеру? Твои дела. Ладно, ну что, возьми мои люди. Я уже ушла, я дай. Спасибо, старого предлагают. Пошли, ты сами. Можешь один на них залегать. Ну сейчас я пошла, делаю, что ты мне сюда несешь. Мартан, дорогие. Что, зубочек-то хватает? Да. Мама, я вот. У нас есть пищник, можно положить. Раньше же так и делали. Раньше не точили. А говорили, что нигде никто не пускает. Ну, мы думали, что не пускают. Сейчас зажигать будут, да? Да. Ну-ка, смотри! Во-во-во-во. Сейчас рванет. Высокий.
Так, да? Елочки поводим. Ой, хоровод. Я хотела бенгальские огни. Так давайте несите здесь возле елочки бенгальские огни зажжем. Сосна. Страшно. Они так близко. А что страшного-то? Зачем все это взяли? Там хватит одной пачки. Нормально. А ты что, Ариша, бежала? Надо было стоять возле меня. Не будем. Нет, это не будет стрелять. Это будет так. Нормально первый, что 10 метров говорили. Ну, не, нормально. Мне кажется, не 10, а метров 15, наверное, был. Но этот, конечно, прям вообще высоко. Но он куда-то в бок немножко стрелял. Держи. Арина. Держи, Арина. Вот за кончик. За самый кончик. И вот так вот ровно держи. Подальше так перед собой. А мне? Ну ты наклони вот так вот. Кому-то не хватило. А потом-то будет. Арин, давай тоже смотри сначала. А потом-то будет. А? Да. Противопожарный бинт. У нас 100 салют. С третьего раза. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. Зимой и летом стройная, зеленая была. Держи его там. Зайчишка, зайка серенький, под елочкой скакал. Бою волк сердитый, волк рысою пробегал. Порою волк сердитый, волк рысою пробегал. Ну все, не бойся, держи. Арина, она не на руку попадет, ну, мне не попадала. И вот она нарядная. Оно на руку попадет, не больно. На праздник нам пришло. И много-много радости детишкам принесла. Задуй? Не, не задувай. А ты не сможешь ее задуть? Она незадуваемая. Попробуем? Попробуй. Задул! А зачем ты бросила-то? Мама, а почему машина это у нас? Что машина? Ну, это... Попеля! Сигнализация? Да. Ну, потому что громко так пух-пух-пух-пух. Я показала, и так будет. Вот они на зятные. Пришел лесом, подустал, кончился поход. Шофирюги, шофирам, непростой народ. Да я и самый шофирюк, нарулил, дай бог. Колесом своим пирал, высоту дорог. Едешь, летишь, не поешь, не слушаешь мотор. А он поет со мной вместе, он на весь хор. Вспомнил детку, как скотняк юбку ей забрал. А я пятую рубью и даже не видал. Слава публика бежит за лихую бух. Светку ждет каких упор, ее лучший друг. Тормознул воротничка в узкий под горой. Ты отъявляй, веточка, водички ключевой. Свет зальется, воду пьет, на дорогу придет. Про шатер свет идет, он сам говорит. Хорошо он сел, довел, куда хочешь едь. А училки только дом и нестранный есть. Я не стал ей говорить. Я ее спалил, смотри. Мне нужно спасибо подарить.
же круто няненька уже подарки сделали. Так мы же что-то случайно увидели, как круто. Ужасная песня, про ужасное 3 сентября. У каждого есть в своей жизни ужасное 3 сентября. Одна ассоциация только день. Ну что, настолько замуж 3 сентября выходила? Ассоциация только одна с 3 сентября идет. Да нет. Раньше Шуфутинский. Да. Все не то, все не так, ты мой друг. Я твой враг. Как же так? Вот короче, боюсь, смотрит. До апреля и в любви. Я думал, что я усну еще снова. Пол первого. Пролетел. Но пошло не так. Хуй вы меня уторабаните. Вообще, он мне сказал, что он приедет, чтобы не выпить, когда я встану. Ну, я так думал. Не думала Роза, что влюбится по уши молодого вора. И недолго то счастье покоило, бархат, золото, шелки, рубли. Только сердце недоброе чуяло, на седмицу за ними пришли. И казалось разлукой и вечностью, ненавидела Роза ментов. Разлучили, кричала сердечная, посадили на 8 годков. И писала она письма длинные, Колыма, Магадан, дальний край. Время часики меря старинные, а кукушка кукует, встречай. Сердце ёкнуло, ой, что-то сбудется, когда парень в окно женщина моя. То ли на радость, то ли на беду. Ты знаешь, что я тебя одну люблю. Все для тебя, моря и океаны для тебя. Рассветы и закаты для тебя. Цветочные поляны для для тебя горят на небе звезды, для тебя безумный Миш на состав, для тебя люблю я. Ночь по улицам прошла, звезды поступью царит. Слов и чисел растота у небесного моста раскидала перья птиц. Нелегко тут заднике празднику обитый глаз. Забери меня в свой лен, эту линию колен. Целовать последний раз. Столько рюмка водки на столе, ветер плачет за окном. Тихой болью отзываются во мне этой молодой луны. Посадим сирень под окном, а белый берег на пруду качает павшую звезду. На том пруду, куда
тебе приведу. Ангел и лебедь на пруду качает павшую звезду. На том пруду, куда тебя я приведу. А пока не дала ни двора, и ни сада, чтобы мог я за ручку тебя привести. Угадаем с тобой, самому мне не надо наши пять номеров. Офицеры, офицеры, ваши
держит сердце под прицелом за Россию и свободу до конца. Офицеры, россияне, пусть свобода вас сияет, заставляя в унисон звучать сердца. Я приеду к тебе вскоре, будет спать спокойно город, в клёнах и акациях. Я прижму к тебе щекою, ты смахнешь слезу рукою, демобилизация. Я прижму к тебе щекою, ты смахнешь слезу рукою, демобилизация. И пройдемся под луною, рядом с будущей женою, каблучками зогая. Не боясь за то награду, получить цветок нарядом, демобилизация. Не боясь за то награду.